Кубань славится талантами в сфере искусства. Среди таких ярких личностей – композитор и певец Александр Пономаренко. Уже много лет творческое объединение композиторов «Орфей», которым с 2001 года руководит Александр Федорович, идет в ногу с литературно-художественным объединением «Парус». Для Пономаренко пишут стихи популярные анапские авторы Владимир Сапрыкин, Рима Халтурина, и они поздравляли юбиляра. С подарками приехали представители Северской администрации и поэт Анатолий Новиков, на чьи стихи пишет песни Пономаренко. Это очень обаятельный, очень такой творческий человек. От него идет такая энергия, что просто описать это словами очень трудно. Говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Вот из этих 100 друзей один из самых лучших друзей – это Александр Федорович Пономаренко. Голос Александра Пономаренко необычайно душевный и мелодичный, и его песни покоряют сердца. Он выпустил 4 аудиоальбома, в которые вошли такие популярные песни, как «Анапа сказка», «Летним вечером», «Анапский вальс». Кружим мы с карусели, мечтами своих, ничего нам другого не надо. Уже более 20 лет Александр Пономаренко является солистом Анапского казачьего хора. Руководитель хора Анатолий Атрашевич и заместитель Анапского районного казачьего общества Анатолий Кислицкий пожелали юбиляру творческих успехов. Это пожелание высказывали все коллеги, кто исполняет его песни. Среди них солисты и целые коллективы, такие как ансамбль «Гармония Орфея», хор ветеранов «Отрада». Александр Федорович – это вообще самородок, который прекрасно пишет, чувствует музыку, который любит свой край, нашу Кубань родную. И, кроме того, это человек, который наделен талантом исполнителя. Его песни знают и любят многие наши горожане, потому как он в своих песнях отражает, как говорится, наш быт, не забывает и военную тематику, и вообще… Он чувствуется, что он любит это дело. Интересно, что вот он успевает петь во многих коллективах. «Гармония Орфея», его ансамбль, в хоре Атрашевича, в казачьем хоре, и там успевает, и нам уделить внимание успевает. Ну, то есть человек вот всесторонне, ну, старается как-то, да, радуется за других людей. И сам приносит радость людям. Общий стаж на сцене Александра Пономаренко 39 лет, а занимается он творчеством с 15 лет. Большой багаж, поэтому концерт вместо запланированного часа длился более 2. Но зал оставался полон, подпевал и аплодировал, отдыхая душой. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.